يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Начало призыва к Аллаху. После получения пророчества, Мухаммад, мир ему и благословение, начал призывать к исламу самых близких ему людей. Кто же самый близкий ему? Это его жена Хадиджа, дочь Хувейлида, с которой он прожил около 20 лет. Он не видел в ней ничего того, что бы не нравилось ему, и сильно любил ее. Он призвал ее, и она сразу приняла ислам. Она приняла ислам сразу и стала второй частью ислама. Первой частью был Мухаммад, мир ему и благословение, а второй – Хадиджа. Она призывала его к терпению, когда за пределами его дома курейшиты причиняли ему вред. Она призывала его к терпению. Кто она? Это Хадиджа, дочь Хувейлида. Знатная женщина, которая пожертвовала своим имуществом ради этой религии, которая пожертвовала своим временем, жизнью и всем, что имела, ради Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Когда он призвал ее к исламу, она приняла его и даже призывала к терпению своего мужа, облегчала ему горе, которое ему причиняли неверующие курейшиты. Какое успокоение находил Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в этой женщине. Из большой любви к ней он не забывал ее до конца своей жизни. До конца своих дней он не забывал Хадиджу, которая была первой, кто поддержал его. Даже Аиша, на которой он женился после нее и которая была с ним до конца его жизни, говорила: «Хадиджа поддержала его так, что, возможно, даже ни один мужчина не смог бы поддержать его подобно ей». وقفت معه وقفة ربما عجز الرجال أن يقفوا مثلها. В один из дней пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сидел в своем доме, доме Хадиджи. К нему пришел Джибриль, мир ему, и сказал: «О Мухаммад, сейчас придет Хадиджа, так передай ей мир от ее Господа». Аллах, Великий Всемогущий, передает приветствие, мир Хадидже, да будет доволен ею Аллах. Она первая из тех, кто принял ислам. Затем он сказал: «И обрадуй ее домом в раю из жемчуга, в котором нет ни шума, ни усталости». Когда вошла Хадиджа, пророк, мир ему и благословение, обрадовал ее этим и сказал: «Воистину, Аллах передает тебе мир и радует тебя домом в раю». Посмотри, как ответила Хадиджа. Она сказала: «Воистину, Аллах, дающий мир». Она сказала: «Ему мир». Она сказала: «Он мир, и мир исходит от него». А затем сказала: «И мир Джибрилю». Пророк обрадовал ее домом в раю. Да, она заслуживает его. Пророк жил с ней в довольстве и спокойствии. Он не видел от нее ни шума, ни усталости, поэтому она была обрадована домом в раю. Кто же еще жил вместе с пророком? С пророком жил мальчик 10 лет. Кто это? Это сын его дяди, Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах. Ему было 10 лет. Почему он жил с ним?
Так как в один из годов до пророчества Мухаммада курейшитов постигла бедность, и он пошел к своему дяде Аббасу и сказал: «О дядя, у Абу Талиба много детей. Что если каждый из нас возьмет у него на обеспечение по одному ребенку?» Аббас взял на обеспечение Джафара ибн Абу Талиба, а пророк взял Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах. Взял Али. Тогда тот был маленьким. Так Али жил на попечении пророка и под его заботой. Пророк воспитывал его до своего пророчества. Когда же он призвал его к исламу, тот, не колеблясь, принял его. Он самый первый мальчик, принявший ислам. Он изучал ислам от пророка, мир ему и благословение. Хадиджа и Али приняли ислам, да будет доволен имя Аллах. Как прекрасен этот дом! Всевышний Аллах предопределил, что все дети посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, были от Хадиджи, кроме Ибрагима. Он был от Марии Аль-Кыптии. Как же пророк не будет любить Хадиджу, когда все его дети от нее? И она та, кто пожертвовал своей душой и имуществом ради него и ради этой религии. На данный момент в исламе только три человека. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, его жена Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, и сын его дяди, мальчик 10 лет. Все они в одном доме и представляют умму ислама. На тот момент умма ислама состояла из трех третей, треть из которой пророк, треть Хадиджа и треть Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах. Ислам начал распространяться. Зейд ибн Хариса был вольноотпущенником в доме пророка. Посланник Аллаха любил его. Как только он призвал Зейда к исламу, тот сразу принял религию Аллаха, великого и всемогущего. Пророк начал призывать к исламу людей за пределами своего дома. Первым, кого он встретил, был его друг, правдивый Абу Бакр. Он был назван правдивым за то, что он поверил пророку, мир ему и благословение. Как только пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призвал его, он, не колеблясь, принял ислам. Поэтому сказал пророк, мир ему и благословение: «Кого бы я ни призывал к исламу, они высказывали сомнения, рассуждали и колебались, за исключением Абу Бакра». Как только он призвал его, тот принял ислам, не колеблясь. Потому что Абу Бакр и до ислама никогда не поклонялся идолам. Он запретил себе спиртное, был правдивым, честным и щедрым. Все неверующие из курейшитов знали его правдивость, надежность и целомудрие. Он никогда не приближался к прелюбодеянию. Он дружил с пророком, мир ему и благословение, десятки лет. Когда тот призвал его к исламу, он сразу же стал мусульманином. Он был одним из людей, наилучше придерживающихся ислама. Только он принял ислам, сразу же начал призывать тех, кто был рядом с ним. Он пошел и вернулся с Усманом ибн Аффаном. За принятие им ислама Абу Бакр также получит награду от Всевышнего. Затем он ушел и вернулся с Аз-Зубейром ибн Аль-Уаммом, апостолом посланника Аллаха. И за принятие им ислама Абу Бакр также получит награду. Затем он ушел и вернулся с Абдур-Рахманом ибн Ауфом. Затем ушел и вернулся с Тальха ибн Убейдиллях. Потом пошел и вернулся с Садом ибн Абу Уакасом. Все эти пять человек обрадованы раем еще при жизни. Кто их призвал к исламу? Это был шестой человек из обрадованных раем. Аллах словно имеет в виду именно его в своих словах. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Среди них и правдивый Абу Бакр. Как только он принял ислам, пришел с пятью мужчинами, каждый из которых впоследствии обрадован раем. Какой же это человек? Если он говорил, то говорил наилучшим образом, и люди прислушивались к нему.
ислам постепенно начал распространяться в Мекке. Тех первых людей, принявших ислам, Аллах назвал опередившими, первыми из переселившихся. У них величие, достоинство, и ими был доволен Аллах. Таким образом, ислам начал распространяться тайно среди близких людей, а жители Мекки не чувствовали это. В самом начале была предписана молитва, салят. Как и обучался пророк, мир ему и благословение. Он вышел с Джибрилем, предводителем ангелов, на окраину Мекки. Джибриль ударил по земле и оттуда забил источник. Затем он начал совершать омовение, а пророк, мир ему и благословение, наблюдал за ним, обучаясь, как совершать омовение. Когда Джибриль совершил омовение, его также совершил наш пророк, мир ему и благословение. Первый раз он совершает омовение, увидев, каково оно у Джибриля. После совершения омовения Джибриль встал и начал молиться. А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал молиться за Джибрилем, то есть так, как молится Джибриль, мир ему. Он помолился 2 ракята. Так наш пророк обучился омовению и молитве, а потом вернулся в дом Хадиджи. Он сел и начал обучать ее совершению омовения, и она совершила его. Обучил ее молитве, и она, да будет доволен ею Аллах, помолилась так же, как и он. Она была первым человеком, кто обучился омовению и молитве от пророка, мир ему и благословение. Однако молитва не была похожей на нашу молитву сейчас. Каждая молитва была по 2 раката, цикла. Не было молитв по 3 или 4 раката. Все молитвы были по 2 раката. После этого были добавлены ракаты, а в путешествии они так и остались по 2 раката. После того, как обучился пророк, мир ему и благословение, и обучил своих сподвижников, которые первыми приняли ислам, омовению и молитве, они начали обучаться сроку. То есть, когда совершать эту молитву, а когда ту. С ним снова вышел Джибриль, мир ему, и совершил полуденную молитву, когда солнце после зенита начало клониться в сторону запада. В это время он совершил с ним полуденную молитву, аз-зухр. Затем, когда длина тени каждого предмета стала равна высоте этого предмета, он помолился с ним после полуденную молитву, аль-аср. А когда солнце запало, он совершил с ним вечернюю молитву, аль-магриб. Когда же ушла вечерняя заря, он помолился с ним ночную молитву, аль-иша. А когда только взошла заря, он совершил с ним утреннюю молитву, аль-фаджр. На второй день он совершил с ним полуденную молитву, когда длина тени предмета была равна высоте этого предмета, то есть в то время, когда он совершил послеполуденную молитву в первый день. Затем совершил послеполуденную молитву, когда тень каждого предмета была равна 2 высотам этого предмета. Затем совершил вечернюю молитву в то же время, а ночную молитву совершил, когда истекла 1/3 ночи. И помолился утреннюю молитву, когда небо стало светлым, но солнце еще не взошло. Потом он сказал ему: «О Мухаммад, молитва и ее срок между этими 2 временами». То есть между временами первого дня и временами второго. Так Джибриль, мир ему, обучил пророка, мир ему и благословение Аллаха, омовению, затем образу молитвы, а затем обучил его срокам каждой молитвы. Как сказал великий и всемогущий Аллах, молитва была не только обязательной, предписанной, то есть обязательной, но она предписана в определенное время, у которого есть начало и также есть конец. То есть у нее определенный срок. Таким образом, ислам начался с предписания молитвы. Сподвижники в самом начале обучились омовению, образу совершения молитвы и ее срокам. Пророк побуждал сподвижников, говоря: «Молитесь так, как вы видели молящимся меня. Молитесь так, как вы видели молящимся меня».
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, если хотел совершить молитву, шел из Мекки в ущелье между горами и молился Всевышнему Аллаху. Он много раз брал с собой сына своего дяди, Али ибн Абу Талиба, маленького мальчика. Они выходили вместе и поминали Всевышнего Аллаха. И молились. Их девизом было... واستعينوا بالصبر والصلاة. То есть эта молитва, салят, поможет им против врагов призыва Всевышнего Аллаха. Земной поклон, поясной, поминание Аллаха, просьба у него о прощении. Их молитва была ради великого Аллаха. Их не видел никто, кроме Всевышнего Аллаха. Их не слышал никто, кроме великого и всемогущего Аллаха. Однажды дядя пророка Абу Талиб шел за пределами Мекки и увидел пророка, мир ему и благословение Аллаха и его семейству, и Али, молящимися. Тогда он сказал, обращаясь к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует: «О племянник, что ты делаешь? Что это за религия, которой ты придерживаешься?» Тот ответил: «О дядя, это то, с чем направил Аллах пророков и посланников, и я призываю тебя к ней». Тот сказал: «О сын моего брата, ты знаешь, что я не хочу расставаться со своей религией и религией отцов и моих дедов. Но ты продолжай идти путем, которым ты идешь. И клянусь Аллахом, ты никогда не увидишь от меня то, что тебе не нравится». А затем он сказал своему сыну: «А что делаешь ты, сынок?» Он ответил: «Я придерживаюсь религии Мухаммада, о отец. Я уверовал в него и поверил ему. И я совершаю молитву с ним». Тогда сказал Абу Талиб своему сыну Али: «О сынок, продолжай идти путем, которому ты следуешь, клянусь Аллахом. Он не призывает тебя ни к чему, кроме блага. Клянусь Аллахом, он не призывает тебя ни к чему, кроме блага». Так пророк с сыном Абу Талиба продолжали тайно молиться в межгорном ущелье Мекки 3 года. О них не знал никто, кроме Аллаха. Через 3 года тайного призыва пророка некоторых людей Мекки начался другой период, открытый призыв, словами Всевышнего Аллаха. Сперва Аллах призвал его предостеречь ближайших родственников, самых близких ему людей. Он призвал свой народ, родственников из Бану Хашима и Бану Абдуль-Мутталиб ибн Абдиманов. Их было 45 мужчин. Его дядя и сыновья его тети. Они собрались, чтобы он предостерег их. Однако до того, как он начал, его дядя Абу Ляхаб сказал... А он был сквернословом. Он сказал: «О Мухаммад, эти твои дяди и двоюродные братья, говори же и оставь вероотступников, и знай, что твои родственники не в силах противостоять всем арабам». Затем он сказал: «Не видел я никого, кто причинил бы родственникам своего отца больше вреда, чем ты». Затем он начал порицать пророка и говорить плохо о нем и его призыве. А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, молчал. Когда Абу Ляхаб закончил свою речь, пророк ничего не сказал и встал. Собрание встало и разошлось. Потом он собрал их еще раз и начал говорить до того, как начал говорить кто-либо из них. Он восхвалил Аллаха, засвидетельствовал, что нет Бога, кроме Аллаха, а затем сказал: «О мой народ, обращаясь к своему племени, родственникам, дядям, сыновьям, тетям». Он сказал: «Клянусь Аллахом, помимо которого нет иного Бога, поистине, я посланник Аллаха к вам, в частности, и ко всем людям вообще. Вы обязательно умрете, подобно тому, как вы засыпаете, и вы обязательно будете воскрешены, подобно тому, как вы просыпаетесь. И поистине, после этого вы навечно окажетесь либо в раю, либо в огне». После него сказал его дядя Абу Талиб: «О племянник, клянусь Аллахом, нет человека, которому бы были твои слова более любы, чем я. Продолжай следовать тому, что велено тебе. Продолжай идти путем призыва. Клянусь Аллахом, если я буду жив, то непременно буду содействовать тебе, если бы душа моя не запрещала мне расстаться с религией Абуль-Мутталиба, то я бы последовал к тебе». То есть я придерживаюсь религии Абдуль-Мутталиба, но мы обязательно защитим тебя от людей. Затем заговорил Абу Ляхаб:
После того, как изменился цвет его лица от гнева, клянусь Аллахом, это плохо. Клянусь Аллахом, это плохо. Схватите его, пока этого не сделали другие. На это Абу Талиб сказал, клянусь Аллахом, мы будем защищать его, пока живы. Абу Талиб повысил голос на Абу Ляхаба, а тот повысил голос на Абу Талиба. Так собрание разошлось. И понял пророк, что его дядя Абу Талиб станет его опорой в его призыве. И пророк начал призывать людей к великому и всемогущему Аллаху открыто. После того, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, призвал своих близких родственников, он начал призывать всех людей, жителей Мекки. Он начал призывать их к Аллаху, великому и всемогущему. Как он призывал их? В Мекке был особый способ делать объявления. Когда кто-нибудь желал созвать всех курейшитов, он звал их особыми словами и направлялся на гору Ас-Сафа, место сбора людей. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся на гору Ас-Сафа, поднялся на нее, а затем он воззвал курейшитам. Воззвал словом призыва: «О курейшиты!» Люди начали оглядываться. Кто это зовет? Это Мухаммад, этот правдивый и честный человек. Он один из господ Мекки и призывает их. Значит, случилось что-то великое. О курейшиты! Затем он начал называть их по именам племен. О бану Абду-Манаф! О бану Абдуль-Муталиб! О бану Хашим! О такие-то! Начал призывать их, племя за племенем. Они собрались у него на горе Ас-Сафа. Даже тот, кто не смог прийти сам, отправил вместо себя мужчину, чтобы тот сообщил ему о том, что случилось. Когда все люди собрались у горы Ас-Сафа, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал им: «Скажите, если бы я сообщил вам, что в этой долине находится конница, которая готовится напасть на вас, что сейчас на Мекку нападет войско, поверили бы вы мне?» Они ответили: «Мы не слышали от тебя ничего, кроме правды. Мы поверим тебе». «Да, о Мухаммад, если ты скажешь это, мы поверим». Тогда он сказал им: «Я же поистине предупреждаю вас, что суровое наказание близко. Я пришел, чтобы предостеречь вас от наказания ада». «Что ты говоришь?» Затем он продолжил: «О курейшиты, спасите себя от огня. Я никак не смогу защитить вас от гнева Аллаха. О бану Аз-Зухра, спасите себя от огня. Я никак не смогу защитить вас от гнева Аллаха. О бану Абду-Манаф, спасите себя от огня. Я никак не смогу защитить вас от гнева Аллаха». Он называл племя за племенем, пока не достиг племени своих дядей. «О бану Абдуль-Мутталиб, спасите себя от огня. Я никак не смогу защитить вас от гнева Аллаха». Назвал дядю за дядей: «О Аббас ибн Абдуль-Мутталиб, спаси себя от огня. Я никак не смогу защитить тебя от гнева Аллаха». «О такой-то сын Абдуль-Мутталиба! О София, дочь Абдуль-Мутталиба!» Так он назвал дядю за дядей. А затем в самом конце он посмотрел на свою дочь, Фатиму. Она была девочкой, самым близким ему человеком, частью его. Он сказал: «О Фатима! О Фатима! Проси из моего имущества того, что пожелаешь. Свое имущество я отдам тебе, но спаси себя от огня. Я никак не смогу защитить тебя от наказания Аллаха. Я никак не смогу защитить тебя от наказания Аллаха. В судный день никто не сможет помочь другому из-за родства. Не сможет помочь из-за того, что это его отец или сын. В тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей. О Фатима, спаси себя от огня. Я никак не смогу защитить тебя от наказания Аллаха». Жители Мекки замолчали, удивляясь тому, что услышали. Кто заговорил? Его дядя, Абу Ляхаб. «Чтоб тебе было пусто весь этот день. И ради этого ты нас собрал, и ради этого ты нас собрал, и не спаслал Всевышний Господь». То есть это наказание за его слова. Он попадет в пламенный огонь.
Так начался всеобщий призыв, и пророк, мир ему и благословение, начал открыто призывать к Аллаху и молиться перед людьми, не скрываясь. Начал открытый призыв, не боялся ради Аллаха человека, порицающего его. Его путем было «скажи, таков мой путь». Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников. Призыв пророка, мир ему и благословение, начал распространяться после того, как он открыто возвестил истину. Эта религия начала открыто проявляться и распространяться в Мекке. Неверующим курейшитам это не нравилось, но они не могли ничего сделать, потому что дядя пророка, да благословит Аллах и приветствует его и его род, Абу Талиб, защищал его от людей. Они не могли сделать ему ничего. Его дядя был защищающей крепостью посланнику Аллаха. Абу Талиб защищал его от многобожников, несмотря на то, что сам не принял ислам. Но Мухаммад был сыном его брата, и он никому не позволил причинить ему вред. Поэтому неверующие из курейшитов рассердились. Тогда курейшиты направили к Абу Талибу делегацию. Они сказали: «О Абу Талиб, сын твоего брата оскорбил наших богов, осудил нашу религию, назвал глупостью наше верование, обвинил наших отцов в заблуждениях. Или ты заставишь его прекратить оскорблять нас, или выдашь его нам, и остановим его мы, и от твоего имени». Он ответил достойнейшим и мягким образом, и они вернулись. Затем они пришли к нему еще раз и сказали: «О Абу Талиб, мы приходили к тебе и просили избавить нас от сына твоего брата, и ты не сделал это. И ты видишь, что он делает нам, нашим богам, нашей религии, религии наших отцов. О Абу Талиб, или ты остановишь его, или мы будем противодействовать тебе вместе с ним, пока не погибнете вы или мы». И тяжело стало на душе Абу Талиба из-за того, что они сделали и сказали. Затем он позвал посланника Аллаха, мир ему и благословение. И тот пришел к нему. Он сказал ему: «О сын моего брата, люди из курейшитов пришли ко мне и сказали то-то и то-то». И он сообщил ему сказанное ими: «Я не хочу вражды между мной и ими, и разделения между мной и ими». Понял пророк, что Абу Талиб, его дядя, просит его прекратить призыв. И сказал, мир ему и благословение: «О дядя, если даже мне дадут солнце в правую руку, а луну в левую, с условием бросить это дело, клянусь Аллахом, я не брошу его, пока не откроет его Аллах полностью или пока не погибну. Даже если дадут солнце и луну, они просто попросят. Даже если бы дали мне эти звезды, солнце и луну, чтобы я оставил хоть что-то из этой религии, клянусь Аллахом, я не сделаю этого или умру». Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ушел, а его глаза слезились. Он заплакал и ушел. Абу Талиб позвал его еще раз. Он сказал ему: «О сын моего брата, подойди». Пророк, мир ему и благословение, подошел к нему. Тогда Абу Талиб сказал: «Делай и говори, что хочешь. Клянусь Аллахом, тебе никто не причинит вред. Клянусь Аллахом, тебе никто не причинит вред». Пророк, мир ему и благословение, обрадовался и продолжил доводить до людей религию Аллаха. Всевышний Аллах дал ему того, кто защитит его, кто поможет ему и кто станет преградой между ними и многобожниками. Пророк продолжил доводить до людей религию Аллаха, великого и всемогущего. Он не обращал внимания на их козни, хитрости и вред, причиняемый ими. Абу Талиб не принял ислам, но был крепостью, защищающей посланника Аллаха. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу «Аль-Ватан».